Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Ата. Сегодня, как и всегда, у меня очень насыщенные дни, а сегодня я жду гостей. И, кстати, неожиданных гостей. Ну, гости помогли мне быстренько справиться со всеми делами и приготовить вкусный ужин. Попозже я познакомлю вас с каждыми. А сейчас покажу, какой стол мы накрыли всей дружной семьей. Вот такой стол у нас получился, но тут еще много чего нету, нет горячих блюд. Сейчас мы ждем, пока курица дожарится в духовке, и мы сядем, пьем мы кока-колу, фанту. Вот такой вот, пока. Здесь запекается курица на соли. Здесь я пожарила грибы с картошкой, кстати, они уменьшились заметно. Потом я картошку посыплю луком с петрушкой. Ну а здесь я приготовила такую огромную сковородку плова. Вот такой вот у нас сегодня будет ужин. И еще у меня есть куру-фасолью с мясом. Вот такая курочка у нас получилась. Зажаристая. На соли, да? Вся гадость ушла в соль. Вот и наш стол. Как на свадьбу, да, у нас сегодня стол такой вкусный. Ну что, садитесь, мы, уважаемые гости. А рис нету? А, вот. Это страшное, но вкусное. Фасоль. Курочка такая, грибочки с картошечкой. Садитесь, буду знакомить вас с гостями. У нас кто в гостях? Олджай. Олджай, он Имлакчи. Привет. Риэлтор. Немножко разговаривает на русском языке. Ашким. Биним Ходжам. Привет. Мой любимый муж. Ода тоже разговаривает на русском. Скажи. Скажи. Скажи что-нибудь. Биршей сойле. А, биршей сойле. Привет. Говори. Как дела? Хорошо. Вот видите. Все вместе сказал. Ну все, давай за стол. Давай. Давай, давай, ем. Давай, давай кушать. Кушать, давай. Вы видите? Ну что, понравились мои гости? Посмотрите, кто в гости к нам пришел. Лаки вернулся в Мерсин. Лаки! Приятного аппетита! Все, контроль на весы. После еды проверю. Ну, садитесь, гости дорогие. Познакомлю вас с Оксаной. Привет. Она приехала из северной страны, купила здесь квартиру. Даже в Мерсине очень хорошая квартира. Вот Марина Анатольевна и Наталья пришли к нам в гости. Сегодня я их пригласила на ужин. Мы будем вкусно кушать. Лаки. Все, мои хорошие. Олджай убежал. Все, приятного нам аппетита. Нет, не буду я говорить, я не умею говорить. Türkisch, Türkisch. Merhaba. Merhaba. Was ist Sie? I. Okay. Burun. Da. Göz. Da. Kulak. Da. Кровать, ятак, ятак. Ятак? Нет, кровать, я имею в виду кровать. Галст. Ятак, ятак. Ятак это кровать. Говорит ятак, окей? Ятак это ятак, это кровать. А я говорю галст. Peki, bon appetit, bon appetit, bon appetit, Türkisch. Я не помню, как думать. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Да. У нас уроки турецкого языка за столом у Светланы Ата. Они так классно общаются, особенно Олджай. Кушать, кушать. Светлана Ата кушает очень вкусно. Спасибо. Afiyet olsun. Супер. Sen aşkım söyle bir şey. Олджай söylediğinden. Он согласен то, что Олджай сказал. Олджай söyledi. Her şey bütün açıklığıyla anlattı. Вкусно. Вкусно. Вкусно уже по-русски. Пожалуйста, не. Lütfen. Çok lütfen. Русча söyle. Вкусно. Очень. Очень. Очень, пожалуйста. Очень вкусно, очень, пожалуйста. Очень вкусно. Очень вкусно, пожалуйста. Çok güzel. Очень вкусно. Да. Нет, вкусно, вкусно, лезетли, лезетли, да.
Да! Он там второй первый, да. Когда он интересную музыку, мне кажется, что ты сам приглашаешь в турецкую. И вот так пойдешь на меня. Русско-турецкая война. Релакс, пожалуйста, релакс. Нет, я просто говорю, такой темперамент, что, понимаешь, кажется, сейчас выйдет такая сабля, вот эта турецкая, и начнет махать. Они какие классные, мы сидим, все хохочет, Марина Анатольевна Натальевна рассмеялись, а все. Я шок. Почему? Культурный шок. Почему? От турецкого языка. От твоего преподавания, подачи турецкого языка. Нет, тут и... Лаки, иди сюда. Где мой мальчик? Где мальчик мой? Где мальчик мой? Посмотрите, как он Свету узнал. Как он Свету узнал мой колесик. Кусает Свету. Кусает. А кусает меня чуть-чуть. Чуть-чуть он меня любит. Он боится меня укусить даже. Он болит. Где мячик? Где мячик? Мячик, где? Ай! Где мячик? Ай! Мячик! А ну давай играй. Дай маме мячик. Дай маме. Не может схватить. Дай маме мячик. Дай. Чихает. Играет и чихает. Да. Ой. Это я ему дала, на пилатес я ходила, пускай играет. Посмотри. Ой, давай, пилатес. Ой, какой умничек. Дай мячик. Футболисты наши. Не дает, забирает. Посмотри. Лаки. Ой! Олджан боится. Давай, Лаки. Олджан боится. Давай. Или мусульман. Давай. Играть будем. Ой, молодец. Ой. Маме, ой, мальчик, молодец. Принес маме, да? Вставай, поиграй. Давай, команды. Ой, разошелся. Ой, сейчас все с ним играют, как он счастливый. Посмотрите на него, разыгрался. Ой. Все, устал. Лаки, а ну-ка давай сейчас садиться. Лаки, сиди. Молодец. Лежа, молодец. Стоять. А он маму слушает. Ой, что я говорю стоять? Какой стоять? Он так стоит. Сидеть. Лежать. Пацан уже забыл. Перепутал. Стоять. Как он встанет? Лаки. Сидеть. Сидеть. Нет. Сидеть. Это лежать. Сидеть. Вот это лежать. Кого он будет кушать? Собака. Кого будет кушать? Кого? Да. Алджай будет кушать собака? Нет, собака уже кушает. Лайки, иди сюда, иди. Ком. Лайки, иди сюда. Иди сюда, Лайки. Алджай возьмет. Иди сюда. Нет, пожалуйста. Он не будет, если ему что-нибудь вкусненькое там, например. Бершей Емекве. Ашким, версен он эт варор, да? Гетир, эт. Сана, пожалуйста, маска. Пожалуйста, а где моя маска? Давайте, вы посмотрите, у Оксаны какая стильная маска. Это мне мадам подарила из Болгарии, Любьяня зовут, сшила для меня маску. Ну, спасибо ей, скажи. Любьяня, большое спасибо за маску, я ей пользуюсь, еще такая белая есть. У маска, да, Бешикташ.
Бешикташ. Туркия футбол таким Бешикташ. Ну такие друзья у нас комики. Да, очень комики. Мы еще с ними встретимся много раз. Большое спасибо за ужин, было все очень вкусно. И вам спасибо, что пришли. Очень вкусно, Светлана, да. Демек сказала. Казала, супер. Спасибо. Ага, на здоровье. Аппетит усу. Угу, все. Друзья мои, мы заехали в район Теджи. Знакомлюсь с районом Теджи. Смотрите, какие здесь новостройки. Я ради интереса попросила друзей моих показать вот этот район Теджи, потому что я раньше в нем никогда не находилась. Красивый район, новостроек очень много. Вот мы находимся возле набережной. Специально вышла посмотреть и снять вам набережную. Здесь находится такое кафе. Очень красивые цветочки, не так ли? А вот это и я, Светлана, там, друзья мои. А, мы идем в это кафе посидеть. Я сейчас похочу, поснимаю вам море. Кафешка. С Натальей ходим по гостям. И с друзьями, с Натальей смотрим Теджи, как выглядит район. Очень много про него говорили. Я раньше тоже с мужем хотела же приехать в Теджи, купить квартиру здесь, продать нашу, если вы смотрели мое видео, увидели. Но вот никогда не была здесь. Вот сейчас смотрю. А может и купим здесь квартиру. Ну вот смотрите, набережная какая. Конечно, Мезетли далеко, да? Мезетли более красивее, да? Мезетли, мой любимый Мезетли. Мой любимый Мезетли. Ну вот так выглядит здесь пляж. Ой, пахнет шашлыками. Вот такой здесь пляжик. Ну море, везде море, не так ли? Конечно. Захотите поехать на красивое море, вон, на маршрутку и в Кискалиси, Вояж. Столько мест у нас здесь много, Мерсини. Ну, конечно, набережная отличается от Мезетли. Да, скоро моря не будет. Ну, в смысле, море-то будет? Прогулки. Купальный сезон закончится. Вот так выглядит море. Ну что, пошли мы пить кофе, друзья мои. Вот такое турецкое гостеприимство. Сидим. Кушаем, разговариваем, знакомимся.